Сундуки. Это ряда товаров, которые называются «надо покупать». Ребят, что вы делаете? Мужики, тестируем подарок на 8 марта. Когда очень надо срочно убрать дома, она приезжает скоро с работы, поэтому очень хороший пылесос, что так бесшумно, поэтому надо брать, мужики, надо брать. Итак, друзья, мы сегодня побывали в самом лучшем торговом центре города Запорожья. Получили море ярких впечатлений. Всем советуем, ребята, City Mall, город Запорожье. Приезжайте. С пустыми руками не уйдете. Пока.